психолога, педагогические классы. Так называется проект, поучаствовать в котором смогли десятки амбициозных и любознательных школьников. Образовательный интенсив, организованный в преддверии летних каникул, был посвящен основам вожатской деятельности. Ребята смогли погрузиться в атмосферу детского оздоровительного лагеря, прошли тренинги на определение личностных качеств, а также самостоятельно разработали план отрядных мероприятий по заданным тематикам. На протяжении года уже занимаюсь в педагогическом классе. Эти занятия помогают очень хорошо раскрыть как свой потенциал, так и увидеть, как раскрываются другие люди. Проект «Психолого-педагогические классы» был создан еще в начале учебного года Елабужским институтом Казанского федерального университета и Управлением образования Елабужского района. Его ключевая цель – подготовить школьников к поступлению в вузы на педагогическое направление и создать все условия для профессиональной ориентации обучающихся. Я с нетерпением каждый месяц ждала занятия в институте, потому что очень приятно возвращаться в эту комфортную, уютную атмосферу, где тебя ждут. Я всегда могла обратиться к наставникам, если мне понадобится какая-то помощь. По итогам последнего занятия участники проекта прошли начальный курс подготовки для работы в детском лагере и уже этим летом смогут попробовать себя в должности помощника вожатого. Карина Саяхова, медиацентр Елабужского института КФУ, Универньюз.